уважаемые коллеги. Сегодня по всей стране проходит единый день голосования. Голосуют и жители Ямала, но за губернатора Тюменской области. В этом есть определенная логика, учитывая строение наших трех субъектов. Но на наш взгляд, непосредственное влияние на жизнь ямальцев оказывает именно губернатор Ямала. От кадровой политики, региона, экономики зависит будущее всех граждан нашего региона. При этом жители Ямала не могут высказать свое отношение и проголосовать за руководителя исполнительной власти. КПРФ выступала и выступает за прямые выборы губернатора и глав муниципальных образований. При этом даже в этих условиях мы участвовали в организационных процессах по выборам губернатора Ямала депутатами законодательного собрания с одной единственной целью – донести программу КПРФ до широких слоев населения, используя политическую трибуну. Да, сегодня наш представитель не участвует в этом мероприятии, но политическая программа есть. Экономическая программа есть, она опубликована. Не буду сейчас ее озвучивать, лишь один основной тезис, который отличает нас от всех остальных политических партий. Товарищи, на заседании клуба «Валдай» наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что прежняя модель капиталистической системы себя изживает, когда речь идет только об извлечении прибыли. Иными словами, капитализм в том виде, в каком он есть, исчерпал себя. Считаю, что другого итога развития капиталистического общества быть не может. Необходимо переходить к новой формации. Выход из кризиса есть, он один, это левый поворот и смена социально-экономического курса. А вновь избранному губернатору, интрига сохраняется, конечно, но тем не менее мы желаем плодотворной работы во благо Ямала и всех его жителей. Спасибо.